Первое заседание Верховной Рады Украины нового созыва длилось более 16 часов. Депутаты решали организационные вопросы, назначили членов правительства и в первом чтении приняли законопроект о снятии неприкосновенности с членов парламента. Президент Украины Владимир Зеленский выступил на заседании Рады, призвав депутатов отправлять меньше смс и больше работать. Давайте працювати, давайте вже голосувати. Я вас дуже прошу, народ чекає. Добре? Меньше смс-ок. Премьером Украины стал Алексей Гончарук. Он занимал должность замглавы Офиса президента Украины. Назначены и остальные министры. Спикером Верховной Рады стал глава президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.